Сегодня я одета по-рыбацки. Это кофточка из H&M, штаны из H&M и Александра Френза вот такие сапоги резиновые. На улице проливной дождь, и ну просто невозможно без сапог туда идти. Поэтому я такая смешная. Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Влог на Фару. Мы сегодня бегали опять по делам весь день, и сейчас у нас вечер отдыха будет. Ну, давно запланирован, это с нашими друзьями. Мы открываем летний плавучий теплоходный сезон. Сезон, да, навигацию летнюю. Ну, я думаю, что за лето мы еще несколько раз обязательно на теплоходе поплаваем. Вы знаете, что я очень люблю теплоходы. И у нас всегда такая замечательная компания. Вон она, наша компания. Куча народу. Там много людей. Ну, мы еще снимемся, мы с собой берем всякие вкусняшки. И 3 часа в теплой компании. Ну, едим. Я думаю, увидите. Ну, не только едим, мы танцуем, мы хулиганим. Да. В общем, весело будет. Я еще хотела вам показать, что я специально сегодня одела концептуальные такие сережечки. Да, к этому, к нашей поездке. Мы накрыли столик. Нас 5 девчонок. Нам классно. Да. И смотрите, у нас вот здесь армянская еда. Это лаваш, это татуй, да, кажется, мы сказали. Да. А здесь написано. Здесь басума. Нет, табуле. Это табуле. Табуле. Это кутабы, Евгенадзор. А тут пошло домашнее изготовление. Это фирменные огурцы Галины Сергеевны. Это фирменная начинка для пирогов Галины Сергеевны без теста. Это очень интересно. И тут пошли у нас... А, вот еще армянская бастурма. И здесь тут пошли азиатские, да. И бомбасы. И русские пирожки. Вообще, крымское вино. И все это на 3 часа. И на 5 человек. И на 5 человек. Да, это надо выпить. А мы совсем не против. Легко! Гремит, музыка играет. Мы в самое тихое место. Ну да. В самое тихое место, где работает двигатель. Вышли. Вот такая красота у нас за окном. Воробьевы горы. Это тоже есть такая красота из зелени. Да, Воробьевы горы. Вот сейчас мы проезжаем в Воробьевы горы до Киевского вокзала и едем обратно. Вся поездка, я не помню, вам говорила. 3 часа. 3 часа, да, будет. Ну, уже меньше осталось. Вот, так что мы веселимся. Ой, как я люблю эти прогулки. Совсем встретились вообще. Мы так хорошо сидим. Замечательно просто. Так что мы пойдем обратно отдыхать. Мы уже пришли домой. Прошло много времени. Я ем диетическое желе. Да, после того, как было все так вкусно на корабле... Я ем диетическое желе. Мы пришли чай пить. Во рту от всех этих бастурмей. Чего там еще мы ели? В общем, солёное. Сыр и Евгенадзор. А еще была эта селёдочная закуска. Да, которую Галина Сергеевна делала. Она ее кладет в пирожки. Она делает на чем-то теперь. А я селёдки. Не попробовала ее. Но она тоже солененькая была. В общем, да? Пить хочется ужасно. У меня прям пересохло всё. Вот, у меня вишневое желе. И мы будем пить чай. Приятного чаепития. И снова здравствуйте. Надоело ты уже со своими здравствуйте, здравствуйте. Кто-то спрашивал, откуда у меня вот это ожерелье. Ее сегодня на теплоходе все спрашивали, откуда у тебя это ожерелье. Арифлейм! Ну, знаете, такой...
лет 8-9 летней давности, да. Может быть, даже побольше. Вот. Еще я сегодня другой вот такой браслетик одела. Ну, как бы такая, знаете, моряцкая тематика у меня. Один браслетик у меня поломался. А сережки ты так и не сняла? Я показала, показала, да. Да, прикольные сережки. Да, она сегодня была моряк в развалочку. Я морячка, ты моряк. Я рыбачка. Я была и рыбачкой, и морячкой. Сегодня так интересно. Весь день лил дождь. Да. И мы ходили в резиновых сапогах. Ну, проходи уже. И все пришли, стоим под зонтиками. И все говорят, хороший день выбран был. А одна женщина говорит, ну, смотрите, вы когда замуж собираетесь выходить, подаете заявление. Вы же не знаете, какая погода будет в день бракосочетания. Пришли снег, в белом пришли платье. Дождь, в белом платье. А все равно, что, вы откажетесь замуж выходить? Я говорю, да еще ни одна не отказалась. Ну, не надо прям так категорично. Наверняка кто-то отказался. Сладкая девочка. Ой, спасибо вам большое за все комментарии, за все ваши мнения, и что вы смотрите и так жгуче, как это, разговариваете, в общем, ВКонтакте. Активно. Да, очень активно. Я еще не читала, к сожалению, ВКонтакте комментарии. Вопрос от Татьяны Комлевой сегодня будет озвучен. Вопрос. Какие солнцезащитные средства вы используете на отдыхе? Пользуетесь ли вы средствами от компании Oriflame? Честно говоря, я уже даже и не помню. Не, ну, конечно, я помню, когда мы пользовались последний когда, раз не Oriflame-овскими средствами. Амбер Соле, да, мы использовали, по-моему? Я этого не помню. Я помню, и в Роше мы использовали. Нет, я и в Роше никогда в жизни да не покупала. Да ладно? Ну, я покупала Амбер Соле, вот этот. Не-не-не, и в Роше у нас были вот с этими... такими штучками. В общем, не спорить, не слушайте, она была маленькая. Я помню. А потом уже, конечно, мы использовали только орифлеймовские средства, и я считаю, что они просто великолепные. Они на самом деле просто очень хорошие. Вот в сравнении... И сейчас по цене они очень хорошие получаются. Да. Потому что я бы их сравнила все-таки, ну вот с эффектом Ланкастера. Потому что с Лореалем я бы их не сравнила. Мы очень часто проводили опыт. Ну, мы просто большими компаниями ездим всегда на отдых. Ну, с Oriflame, с конференциями, со всеми этими вещами. И некоторые люди, которые не связаны с Oriflame, а просто как ну, за компанию едут там с кем-то. Ну, гости, да. Гости, да. Они очень часто используют Лореал, Гарнье, какие-то такие марки, в принципе, по цене похожие с Oriflame, но другие марки. И, как правило, они обгорают. Особенно, это, знаете, не когда вот эти золотые бриллиантовые конференции, а когда у нас выездные, ну, структурные конференции в Турцию, да. Там всякие и тети, и дяди, и сестры, и мужья, они уже едут как бы просто отдохнуть. И поэтому, конечно, берут с собой, что попало. Поэтому... Иногда кто-то забывает, идет покупает в соседнем магазине. И мы просто видим, один человек нанес Oriflame, другой человек нанес, ну, вот что-то типа L'Oréal. И просто очевидный эффект. Защита Oriflame-овская выше. Поэтому я с Ланкастером и сравниваю, потому что я очень много отзывов слышала про Ланкастер, что Ланкастер действительно защищает очень хорошо. И вот. Очень хороший. Но Ланкастер при этом стоит по 1500, по 1800 за бутылек. И очень хорошие средства после загара в компании Oriflame. Замечательные просто. И очень хорошие вот эти спреи. Если вы смотрите сейчас в каталоге спреи для тела 25 и 50 SPF. 25, по-моему, только спецпредложение. 50 SPF. Очень хорошие. Ну, 50 я, честно, не пользовалась еще. 25 точно хорошие. Но мы их купили. Но мы купили, да. Попробуем обязательно. В общем, мы с мамой все равно еще будем делать ближе к июню видео по поводу того, что необходимо на отдых, там, ну, как, что, мы берем. Что мы берем, да, на отдых, поэтому ждите, и все это будет обязательно, вы все об этом узнаете. Мы вот этой пшикалкой, которая была в Oriflame до 50-ки, какая была, 20-ка? 25. 25? Да, до этого 10. Мы пользовались все лето. Да. Брызгалка, вот эта пшикалка, вообще очень удобная, классная, замечательная вещь. И мне очень нравится. Вот.
что, наши благодарности? Сегодня у нас будет не очень длинный влог. Мне кажется, мы наконец-то отдохнули хотя бы вечером на этом мероприятии. И, скорее всего, завтра уже с новыми силами, переведя дух после... Мы с мамой сейчас разговаривали. Мама говорит, а что, это вчера было? Я говорю, а ты представляешь, а вот там одно событие было позавчера. Она говорит, да ты что? У нас просто вот эти несколько дней, они настолько насыщенные, и настолько все быстро происходило. Бася, фу! Уже вообще ни в чем не ориентируешься абсолютно. Да, и поэтому я-то завтра надеюсь все-таки рыбу купить. Ой, у мамы много надежд на завтрашний день. В общем, я надеюсь, что у нас будет больше движухи, меньше посиделок. И потому что у нас завтра дела все... Они не привязаны к какому-то конкретному времени. Очень, и в принципе, для нас очень сложно, вот когда конкретное время какое-то. Вокруг нашего района, то есть это не переезд там из одного места Москвы в другое, из одного края в другое. Вот. Так что я благодарна, что благодарности. Я очень благодарна, что мы встретились сегодня с друзьями. Мы с некоторыми из них не виделись уже по 2 года. И очень хорошо провели время, весело. Пообщались. Я благодарна за это, и, конечно, я благодарна за вот эту прогулку именно по воде. Я ужасно люблю по воде прогулки, потому что, ну, настолько красивая Москва. Когда плывешь, особенно уже, знаете, вот когда темнеет, загораются, ну, я там снимала чуть-чуть, загораются огоньки, это просто сказочное приключение. А мы когда шли уже с корабля, Галина Сергеевна говорит... Я вообще Москву воспринимаю только вот, ну, считаю, что Москва вечерняя. Потому что, говорит, я так приезжала всегда в Москву вечером, и вот как-то встреча с Москвой вечерняя, вот именно это Москва. Я говорю, нет, у меня Москва разная бывает. Утренняя, знаете, когда... Ой, утренняя шикарная Москва. Это поливалки. Не только поливалки. Так вот здорово, вот этот запах утра. Да, воздуха такого. Дневная, такая, знаете, знойная, такая бурлящая, такая полусумасшедшая. В общем, Москва очень разная, но всегда прекрасная. Ну и мы с вами обязательно увидимся завтра. Напишите, какой вы видите Москву, даже если вы не в Москве, ну, живете, как вы воспринимаете больше Москву. И напишите, любите ли вы гулять, вот гулять, ездить, кататься на таких речных трамвайчиках, и вообще, как вы относитесь к прогулкам по воде? На некоторых, на море, например, меня страшно укачивает, по реке вроде как мне нормально. Не, вот. Не, ну на большом корабле классно, смотреть нечего, одна вода, кругом вода. Ну а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаю вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока.